Я рассказывала вам историю о Реймонде Куэллисе. Мальчике, в которого я влюбилась, когда мне было 13. Не красавчик. Тертые джинсы и не причесан. Жуткий прикус. У него были самые красивые ковбойские сапоги из шоколадного цвета кожи. Он так гордился этими сапогами. Было видно, как он вышагивал руки в карманы, локти в стороны. Крутой. Я убедила себя, что мне нужны такие же, но женские сапоги. И я верила, если будут, он тут же меня заметит. Увидит меня в сапогах и скажет, это моя девчонка. О, боже. Да. И что? О, я нашла такие сапоги на витрине в лавке. И я просто с ума сошла. Мечтала о них и репетировала наш будущий разговор с Реймондом, когда он увидит меня в них. И я просила маму сотню раз купить мне эти сапоги. Вай, что хочешь на Рождество? О, мама, я отдам все на свете за сапоги. Выпрашивала. И она стала делать намеки, хитрить. Под елкой лежал подарок. Она завернула его, завернула как коробку. Красивую такую бумагу. Вай, не хитри и не подходи туда. До самого утра. И улыбочка на лице. И вот утром я вскочила, как мячик. Подбегаю, разрываю бумагу. Там сапоги, рабочие сапоги, все дырявые, мятые, на шнурках и все в грязи и навозе. Моя мама смеялась потом много дней. Вот только не говори, что это конец истории. О, нет, это конец.